Всем привет, дорогие зрители! Сейчас нахожусь в районе Махмутлар. Вот в таком новом проекте, который построен в классическом стиле. Тут у меня продается на среднем этаже проекта трехкомнатная квартира по очень хорошей цене. Тут цены высокие, так как самый центр Махмутлара. Рядом у нас есть маркет MM Migros, который известен в районе Махмутлара. Вот сейчас покажу. Вот MM Migros, здесь Мадам Коко. И в этой стороне у нас, вот перед этим зданием, первая береговая линия Махмутлара, дорогие зрители. Стройка идет полным ходом. Проект будет готов к концу этого года. Вот такой проект. Стиль очень красивый. В бежевом цвете. Есть генератор. Тут будет открытый бассейн, как вы видите уже. Уже почти готово, осталось его доделать. Через месяц все будет готово, именно инфраструктура. Там будет детская игровая площадка, зона отдыха, барбекю. Здесь у нас вход. Там улица. И тут у нас улица Барбаросса. Впереди вот этого желтого здания. Так. Инфраструктура вся на нижнем этаже, но она пока не готова, просто сделали место. Как будет все готово, я лично скину клиентам, которые запросят о этой квартире. Тут два лифта, вот тут мрамор, все качественно. Вот такой лифт. Поднялись мы на средний этаж проекта. Здесь вот такая лестничная площадка. На этаже у нас 4 квартиры. 2 квартиры в той стороне и 2 квартиры тут. Вот такая прихожая. Двери качественные. Не могу показать. Вот. Деревянная. Так. Такая прихожая. 110 квадратных метров. Начну я с этой стороны. Тут санузел. Здесь у нас хозяйская спальня. Есть где-то 15-16 квадратных метров. Тут дополнительный санузел. Сюда устанавливается проточный водонагреватель. Покажем с этой стороны. Высота потолков 270 сантиметров. Здесь вот такой балкон. Вид с балкона в ресторан. На банановые кусты и на парк. Этот вид у вас никогда не закроется, там запрещено строить. И здесь, если что-то построят, будет впереди или бассейн, там и потом, там идет стройка. Так. Здесь у нас дополнительная спальня, где-то 12-13 квадратных метров минимум. Термопакет окна. Каучук. И гостиная, совмещенная с кухней. Так, я покажу, что есть доводчики везде. Столешница у нас коричневого цвета, такая с блеском, гранитная. Мойка металлическая. Эти шкафчики вот, с такими головочками. Тут вот такое окошко. Здесь приблизительно 23 квадратных метра. Минимум. И просторный балкон второй.
Короче, в квартире два балкона, два санузла, две спальни. И гостиная, совмещенная с кухней. Вот такой тут вид. Отсюда даже видно море, которое никогда не закроется. Расстояние до воды Средиземного моря 200 метров максимум. Улица Барбаросса. Вот. Глазами слишком близко видно все. В ролике как-то не могу передать. Так. Дорогие зрители, проект будет сдан к концу этого года. Айдат тут приблизительно будет 200-250 лир. Инфраструктура на нижнем этаже. Там сауна, хамам, открытый бассейн, фитнес. Открытый бассейн вы увидели. Там 10 метров на 6 ширину. Цена этой квартиры 108 тысяч евро, дорогие зрители. Если вам понравился этот ролик, эта квартира, этот проект, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались, комментируйте. Также есть у нас телеграм-канал, который называется Hot Alanya. Там тоже порой бывают свежие квартиры и проекты. Все, с вами был мистер Агаси, Солнечный Алания, район Махмутлар. Всем пока-пока.